И даже вот какой раритет нашли в сарае. Давай! Абсолютно неожиданно. Не могу не снять. Ну просто красота. Доброго всем утречка, друзья. Всю ночь в Тамбове был дождь и сильный-сильный ветер, да такой сильный, что вот те кирпичи, которые на груди хлама, соседские, между прочим, упали к нам, вот отсюда не видно, но они по железной ванне вот той лупили и попадали в нашу сторону. Вот такой был ветрище, о чем, между прочим, МЧС вчера предупреждал. А мы, кстати говоря, начали разбирать сарай. И вот даже ветром вот это вот поваляло. Ну так вот, мы начали разбирать свой сараюшка, о чем я хочу вам сегодня показать. Это было вчера. Вот это вот вся куча хлама. И вон там дальше. Это все мы начали разбирать сарай. У нас наконец-то хоздень. Мы начали разбирать сарай старый, о котором я, о разборе которого я мечтала уже очень-очень давно. Хочу запечатлеть то, как это есть сейчас, как это будет, когда мы его развалим. Ну и в перспективе, в следующем году, я надеюсь, построим новый. Ну, пойдем смотреть, что там в сарае. Ой, страшно к нему даже идти. Вот хлам. И вон хлам. И вот это все хлам. Мать моя женщина. Сколько хлама. И вот это надо развалить. Так, вот тут со стороны огорода немножечко расчистили, чтобы вот это все ломать. Куда, правда, девать виноград? Но эта постройка давно просилась, чтобы ее свалили. Знаете почему? Потому что вот он лежит на соседском сарае. Давно эту страсть надо было снести. Наконец-то мы решились. Вот, и я решила это запечатлеть. Сколько же тут хлама. Во. А вот это, между прочим, был электрический мопед. А вот это, между прочим, тут упакован бассейн. Не знаю, реанимируем мы его или нет. А вон то были старые рамы в старом доме, которые развалили. Сколько истории в одном сарае. Давай! 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 Не знаю, даст ли нам погода сегодня что-то делать. Обещали дождь и грозу, и ветер. Но пока вот, вот так. Но еще всего лишь 8 утра в Тамбове. Посмотрим. Кстати, сегодня последний день весны. А завтра будет первый день лета, который я обязательно хочу заснять и показать вам. И даже вот какой раритет нашли в сарае. Правда, Нюша, тебе нравится? Садись. Ну а на этом на сегодня всем всего доброго. Пока!